Дождливый и совсем не теплый апрель подходит к концу. С надеждой мы смотрим прогнозы на первые дни мая. Ведь на эти длинные выходные у большинства немало планов. Семейные выезды на природу, чтобы насладиться проснувшейся после зимы распускающейся землей. Или работа в саду и огороде. Пандемия научила всех радоваться собственному участку. Так что же ждет нас в начале мая? В ближайшие дни сохранится неустойчивая прохладная погода. Температурный фон ожидается значительно ниже климатической нормы. Отрицательная аномалия среднесуточной температуры воздуха составит 4-6 градусов. Порадует желающих погулять на природе или высадить рассаду в землю, пожалуй, невысокая вероятность дождя. 30 апреля, 1 и 2 мая в области повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Преобладающая температура воздуха в ночные часы минус 2, плюс 3 градуса, заморозками на почве, местами и в воздухе. Днем ожидается в пределах 7-13 градусов со знаком плюс. Наиболее холодная ночь прогнозируется на 1 мая. По Рязани температура воздуха будет приближена к рекордным значениям. А рекорд составляет минус 1,8 градусов и был зафиксирован в 1978 году. После этой минимальной отметки антициклон будет ослабевать. Инициатива перейдет к циклону с центром над Скандинавией, поэтому вероятность осадков возрастет. Температура воздуха чуть повысится. Ночью 2 и 3 мая ожидается плюс 2, плюс 7, а днем 11-16 выше нуля.